нам в редакцию обратился фермер с неожиданной проблемой. Его поля облюбовали любители дрифта. Кому нравится нарезать круги на автомобилях? Часть урожая погибла. Фермер Александр Грицаев взял заросшие поля в аренду 4 года назад. Выкорчевал деревья, вывез 200 камазов мусора, выровнял, распахал. Теперь сеет пшеницу, овес, горох, работает с семьей и друзьями. Еще не со всеми долгами рассчитался, а тут напасть. Семена вот нету здесь, они повырвали. Все, они позасохли просто, и все тупо. И вон кругов сколько навертели, это сколько надо было вертеться здесь. Овес на этом месте уже не взойдет, если бы автомобиль просто проехал. Такого бы урона не было. Круги автогонщиков так и останутся до осени. Бесчеловечно вот так вот на машине накрутили на поле, повырывали себе посевы. За труд свой обидно просто, когда ты работаешь, трудишься, и вот так приехали, как будто тебе специально. В полях обычно всегда кто-то работает, за посевами смотрят. Если видят посторонних, призывают ездить дорогами. А тут не успели уследить. Еще одна беда – свалка мусора. Фермеры все расчистили своими руками, а желающие подкинуть хлам не переводятся. Таблички с запретами сваливать мусор просто ломают. Едешь, утром вроде ничего нету. В обед уже есть уже высыпано, когда успеваете. Вроде наблюдаем, как бы сказать бы сейчас. Вот сейчас и бинокль взяли уже. Фермеры настроены серьезно и готовы поймать нарушителей, что в судебном порядке им возместили ущерб. Но разве это дело, когда хлеб топчут ногами или колесами?